Зарядка со звездой в Чебоксарах и Новочебоксарске из разовой акции превратилась в систематическую. Это одно из всем доступных масштабных спортивных мероприятий. И таких массовых акций должно быть еще больше. Сегодня на Координационном совете при главе Чувашии обсудили, как работает национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Ни для кого не секрет, что физкультура и спорт – самый эффективный способ формирования здорового образа жизни. Около 40% школьников систематически занимаются различными видами спорта. К концу 2015 года планируется привлечь в спортивные секции каждого второго школьника, отметил министр спорта Сергей Мельников. В качестве пилотных проектов в столичных школах сформированы специализированные спортивные классы по самбо. Третий час физкультуры во многих образовательных учреждениях используется для занятий в секциях. Учителя физкультуры и тренеры личным примером должны прививать любовь к спорту и заинтересовывать своих подопечных, подчеркнул глава республики. И загруженность школьников 9-11 классов не должна мешать систематическим занятиям спортом. Бассейны в школах, например, можно посещать как до уроков, так и после. Тем более, что спорт – это профилактика множества заболеваний. Мы и формируем наши показатели здоровья наших детей. Это диспансеризация профосмотра, это диспансерное наблюдение за детьми, которые уже страдают хроническими заболеваниями, и профилактика неинфекционных заболеваний. Особое внимание вот в связи с посланием президента страны хотелось бы обратить на это, и это мы будем делать в рамках всех наших мероприятий, о которых я скажу в дальнейшем. То есть неинфекционные заболевания – это болезни системы кровообращения, это онкологические заболевания, это болезни органов пищеварения и сахарный диабет. Прежде всего, эти 5 вот основных заболеваний, они зависят от факторов и от ведения здорового образа жизни. Школьники – это будущие родители, поэтому формирование у них здорового образа жизни – это крепкий национальный фундамент, подчеркнула Татьяна Богданова. Глава Чувашии отметил, что еще одна важнейшая составляющая здоровья детей – это питание. И необходимо уделить пристальное внимание школьным завтракам и обедам. Модернизация школьных столовых в республике практически завершена, а в Чебоксарах ее результаты уже оценили ребята и их родители. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.